Так. На объект выбрали базальтовую минераловатную плиту Технониколь. Можешь прям приподнять вот эту этикетку? Сейчас перед вскрытием я сниму покрупнее. Даже то, что она перевернутая. Ого, сейчас. Вот она. Технофаз. Плотненькая, нормальная. Ну что, вскрывай, клади, давай посмотрим. Опа, слушай, качество какое, елки-палки. Только что роквеллом, параком работали. Я уж не говорю про баску. Качество-то намного лучше. Да. Ну вот он, королёвский ходил. Ну это по сравнению с тем, что сейчас все производят, это фигня. Ну-ка, дай-ка. Слушай, вообще плита-то хорошая. На удивление. А поверни, переверни ее обратной стороной. Ну, чуть-чуть похуже, но я могу сказать, что лучше Роквелла, которым мы только что работали. Слушай, да. Надо. Если оно такое будет качество, то они всех съедят на рынке. А следующую плиту в пачке. Прям это переложу туда. Слушай, нормально. Вообще, а следующую? Переверни ее. Нормальная вата. Даже удивительно. Не, хорошая, хорошая вата. Просто она настолько лучше, чем сейчас приходится сталкиваться. Давай уж тогда и вторую эту переложи. Ту пачку кинь сверху. Давай ее вскроем, посмотрим. Ну, для очистки совести. Есть, конечно, он там королечки, но это ерунда. Ребят, прям корольки сразу выковыриваете, чтобы ничего не было, ни, на всякий случай, ни пятый, потом ничего. Ну, вообще нормально все. Мне нравится. Переверни, крутани. Нормально. Спасибо. Все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, счастливо, до свидания.